Приветствую всех, уважаемые любители острых магнитофонных ощущений музыки, магнитных полей, хорошего настроения, приятных воспоминаний. В основном они у нас детские, у кого-то юношеские, а кому повезет и взрослые. Ну а везет, как известно, тому, кто везет. Ребятки, сегодня на комище за X7. Восставший из мертвых. Ну и не просто из мертвых. Это полбеды. Из убитых варварским путем, как внутри, так и снаружи. Мы видим неизвестного формата иероглифы, видимо, из корабля, чужих или хищников, я уж не знаю кого. Местами они обозначены, местами они полустерты, местами их нет вообще, как здесь и здесь. Ниже стоит образцовый аппарат, у которого все надписи есть. Ни хищники, ни чужие, ни другие альтернативно одаренные существа не растирали его растворителем, в отличие от этого экземпляра, который был продан со скидкой, с очень хорошей скидкой. Мы всегда хотим выгадать в чем-то. Дальнейшая судьба наших приобретений зависит только от изначального подхода к инвестициям в некоторые вещи. Можно купить машину очень хорошую, новую в салоне, задорого, а можно купить ее задешево, но она уже не будет такой хорошей. А чтобы привести ее в состояние, соответствующее допустимому для эксплуатации по законам и согласно здравому смыслу, придется очень сильно и долго стараться, вкладывая время, нервы, труд, ну и универсальный товар, которым являются денежные знаки на данный момент исторического развития человечества. Все эти вложения были осуществлены в этот аппарат, который был куплен где-то за четверть его реальной рыночной стоимости в достойном состоянии. Желание сэкономить я всегда поддерживаю. Себестоимость должна быть ниже, производительность труда выше. Но в условиях рыночной экономики, когда у нас товары, вернее продукты, называющиеся нынче товарами народного потребления, не выдают бесплатно по потребности, а мы их вынуждены покупать за эквивалент их в денежном выражении, обмануть судьбу удается редко. Это тот самый классический случай, когда судьбу не удается обмануть. Аппарат изувечен не только внешне, но и внутренне. Раздолблена одна бабышка, пришлось брать из донора. Криво разрегулирован весь тракт, направляющие криво стояли по отношению к роликам. Оси были изувечены. Много было всего сделано нехорошего в аппарате. Конденсаторы подставлены не те, не в то место. Много-много было сделано плохого. Все это потребовало исправления, но потом. А для начала аппарат просто источал невероятные миазмы. Грубо выражаясь, мягко говоря. Совершенно невозможно находиться было в мастерской рядом с этим бывшим кадавром. Ужасающая
благоухание, скажем так, распространялось на всю мастерскую, забивало все возможные щели и не давало возможности работать. Поэтому, прежде чем восстанавливать этот аппарат, он потребовал трехфазной, очень серьезной мойки, чистки специальными средствами японского производства в том числе. Первая фаза – разбор полностью аппарата, съем лентопротяжного механизма, блока клавиш, всех ручек, всех регуляторов, всех плат, разбор лентопротяжки и вместе с корпусом, вот всем этим вот с хищническими иероглифами, мытье, замачивание со спецсредствами, полоскание, так же, как моют рабочую робу, побывавшую на стройке подвальных помещений в течение нескольких лет, не мывшуюся. Вонь была страшная, воняла грибком. Работа эта с аппаратом, наверное, была опасна для здоровья. Удалось ее во много раз снизить после мойки всех частей. Была произведена мойка изопропиловым спиртом в ультразвуковой ванне, лентопротяжного механизма, некоторых деталей. Затем покрытие специальным лаком плат. После чего аппарат наконец-то перестал так страшно пахнуть. И с ним можно было наконец уже начать заниматься. Аппарат этот был изувечен, мягко говоря, рогокопытным вмешательством. Весь тракт кривой. Головки имели спад 10 дБ на 18 кГц и 5 дБ на 10, что, собственно, не мог не слышать владелец этого аппарата, сказавший, что после его покупки аппарат звучал хуже всех его дек. Могу порадовать, теперь этот аппарат, настроенный тщательно, скрупулезно, с перебранными каждым узлом, с восстановленной отдельно взятой каждой функцией, настроенной максимально идеально до состояния максимально нового. Только такой подход у меня к дорогим классным магнитофонам. А иначе нет смысла просто ими заниматься. Так теперь этот аппарат будет играть лучше всех его дек. Удалось восстановить звучание. Удалось чрезвычайно точно настроить запись, вывести все параметры. В данном случае имеется настройка по азимуту магнитной головки записи